Ульяновская область вошла в десятку регионов по развитию публичной дипломатии. Исследования провели специалисты Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия». А предварительные итоги своего проекта презентовали в фонде «Ульяновская культурная столица». Напомним, что публичная дипломатия – это работа с зарубежной аудиторией в определенных политических целях, коммуникация с другими странами и сопровождение внешней политики нашей страны на уровне внешней коммуникации. Хотим посмотреть, кто из регионов очень хорошо справляется с внешними коммуникациями, кто лидирует в этой сфере. И мы очень рады, что Ульяновск, Ульяновская область в числе наиболее активных регионов Российской Федерации, поэтому мы приехали сюда и хотим вот такой вот предварительную презентацию провести именно здесь. В семинаре приняли участие более 10 экспертов с разных уголков страны. Спикеры представили рейтинг регионов в направлении публичной дипломатии. Также показали презентацию успешных региональных практик в области публичной дипломатии. У нас очень плотное, активное сотрудничество с различными посольствами зарубежных стран. В регионе работает проектный офис международного молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС». Реализована масса проектов с участием международных экспертов, нацеленных на международное, на зарубежное комьюнити. Ульяновская область принимает активное участие в международных отношениях. Днем ранее в регионе стартовала школа публичной дипломатии, в которой активно принимает участие молодежь региона. Научным руководителем теоретической площадки стала Наталья Бурлинова. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.